мы с тобой сегодня на Джохара Дудаева 16 и идем в ресторан, домашний ресторан «Галушка». Пришли? Заказали тут є така акція «Щасливі години» з 2 до 15, до 17 вечора. Ти можеш прийти, заказати, замовити одне блюдо, а получиш два таких самих. От ми замовили компот, що там ще в нас борщ, ні, бульйон, що не було. Там на вибір можна вибрати. І вареники різні, галушки, вареники, бо тут домашній ресторан, ресторан домашньої кухні, і все таке з українським нахилом іде. Классно. Чекаем, что там будет. Так, и у нас первое куриный бульончик, как мы уже говорили, с домашней вермишелькой. Ну, вермишелька действительно будет домашняя. Отличный бульончик. Мяско тут приличное. Целых три кусочка больше плавает. Сколько бульончик такой не... Ну, я посмотрела. Ты. Явно видно, не разваренное. Бульончик такой легенький, с зеленью, кайфовый такой. Тут еще, видишь, принесли намазанку такую с салом. Сало с чесночком. Хлебушек берешь и намазываешь. Зараз мы его. Интересно, хлеб у них с печи или нет? Похож такой, как. По крайней мере, такой хлебчик. Тема под бульончик. Класс. Давай выключайся, а то сейчас съешь меня. Вот у нас чудесный горшочек. Там у нас смажение вареники с грибным соусом. Смажение чего вареники? Не смажение. Ну тут я смотрю, они румяненькие такие. Сейчас я вытащу, тебе покажу, что ты ко мне не залазил там сильно. Вон, бачишь, какие они румяненькие. Но аромат стоит классный такой. Грибочки пахнут. Вареники прикольные. Такое тесто тоненькое. Картошечка вкусненькая. Класс. Вот это да. Ну что, вареники улетели очень быстро. С грибочками. Классно. Такой соус очень вкусный. Могу сказать, что, судя по тому, что не самые простые блюда, казалось бы, могут так вкусно приготовить, то и кухня у них остальная отменная. Я более чем уверена в этом. Класс. Ну что, мы наелись, сыты, довольны. Пьем компот, кстати, он очень вкусный тоже. Фруктово-ягодный, как и написано. Не обманули. Класс. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки. Путешествуйте по Львову вместе с каналом Live4U на YouTube.